Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Данте Габриэль Россетти. «Любовь Данте». 1860 год. Дерево масла 74 на 81. «Любовь Данте». Центральная панель триптих, написанного Россетти для украшения дверей шкафа в доме Уильяма Морриса, своего друга и соратника. Она осталась незаконченной. Темой для всех трех частей цикла была «Любовь Данте к Беатриче». В 1864 году Россетти в качестве поэта-переводчика издал антологию «Ранние итальянские поэты», для которой сделал перевод «Новой жизни Данте». В истории великого поэта художник видел параллель своей любви к Элизабет Сидлон. Данная работа символизирует смерть Беатричи, которая наступила между двумя событиями, изображенными на крайних панелях триптиха: приветствие Беатричи во Флоренции, ее земное восхваление, и приветствие Беатричи в Эдемском саду, небесное восхваление. Моделью для этих, как и многих других картин, Россетти была его возлюбленная. Квадрат картины разделен по диагонали. Верхняя часть является небесной, в ней изображен лик Христа, нижняя – земная. Здесь в круге образ Беатричи, центральная фигура – любовь. Странный предмет, который она держит в руках, по замыслу художника должен будет стать солнечными часами. Они, вероятно, если бы Россетти завершил картину, показывали бы 9, как в работе «Святая Беатрича». Это число было мистическим и связанным с Беатричи. С его упоминания начинается первая книга поэмы, а в 39-й книге Данте дает ее толкование. Ну вот такое описание к работе Данте Габриэль Россетти «Любовь Данте», 1860 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, свидания.